Жизнь не должна быть прожита зря. Ты не из тех, кто оглядывается назад. Не слишком глубоко копай, никогда не знаешь, на что наткнешься. Деннис! Патэ. Добро пожаловать в сумасшедший дом. Нужно лишь усилить вашу притягательность. Вы должны говорить и выглядеть как лидер, который могли бы стать. Женщина, которая бросила вызов условностям. Если вы зовете мистера Тейчера... Деннис! Да, больше властности, твердости. Деннис! Да. Нет. Вы выглядите великолепно. И намерена изменить мир. Я решила участвовать в выборах. Ты говоришь, что хочешь стать премьер-министром? Это мой долг. Тебя волнуют и только моё... собственные амбиции. А все мы, я, дети, можем катиться к черту. Туда, где рознь, мы принесем единство. Плечи расправить, животы втянуть. Она возглавляет самое ненавистное правительство в истории страны. Клинки обнажены. Мы не можем поддаться их давлению и отступить. Никто не говорит, что надо отступать. Она боролась за власть. Да, пилюля горька, но пациенту без нее не выздороветь. Не стоит так жестко испытывать своих соратников на прочность. Трусость. Она сражалась за свою страну. Фолклендские острова принадлежат Британии, и я требую вернуть их. Если посылать корабли, то только сейчас. Мы должны действовать решительно. Или мы проиграем. При всем уважении скажу, как человек, который воевал. При всем уважении, сэр, отвечу, как человек, сражавшийся каждый день своей жизни. Обладательница премии «Оскар» Мэрил Стрип. Обладатель премии «Оскар» Джим Бродбент. Это удивительная история. Нашей партии и нашей стране нужен новый лидер. Подай в отставку, дорогая. Не только о власти. Они уничтожат тебя. Но и о выдающейся женщине. Джентльмены. Присоединимся к леди. Железная леди. Смотрите в кинотеатрах.